Но в этом гнезде никого нет дома. Задолбали. Не дадут же мне спокойно заплыть жиром перед Рождеством. Бэ, какие соленые чипсы. Нужно это запить. Так, что у меня есть в холодосе? О, кола. Больше сахара, больше прыщей. Это то, что нужно. Чё там за дятел пытается ко мне пробиться, а? О, дед, исполни мое желание досрочно. Пусть от меня отстанут в этом году, а? Я ведь всего-навсего хочу простой депрессивный Новый год. В одиночестве. Это же ведь не так сложно. Выпью же за это. Эй, чё с телеком? Чё тебе надо у меня дома? Мне нужна твоя одежда. Дверь запили? Запилю. Давай запиливай. Обязательно. Дверь в другой стороне. Не подходи ко мне. Не трогай. Ты чё делаешь? Что это? Что это такое? О, щекотно! Не трогай меня! Что? Ты чё, вещи клонировал? Научи меня так же! Эй, дверь не забудь запилить! Чё это сейчас было? Мать честно, я голый! Он мои вещи стырил! Ах ты, скотобаза! Труханы бы хоть оставил! Шустрый какой, а! Блин! Долбаный телек! Как же мне на улицу-то выйти? У меня же даже шкафчика с вещами нет! Капец! Ой, беда! В чем мать родила? Куда ж ты свалил, а? Ой, как стыдно сейчас будет! Придется выходить нагишом. Надеюсь, соседей нет дома. Вроде бы на улице пусто. Ну нет, он еще и велик стащил. Ну все, ему капец. Уличный маг, блин, недоделанный. О, у соседа велик одолжу. Ну что ты гудишь? Бомжей и вонючих, что ли, никогда не видел? Ой, позорище. Значит так, если я буду очень быстро ездить, то меня, вероятнее всего, не заметят. Ну или, по крайней мере, не заметит большая часть населения. Хотя такое чудо на лясопеде не заметить сложно. Нужно очень срочно найти этого робокопа-волшебника и отобрать вещи обратно. Иначе это будет позор на всю мою оставшуюся жизнь. Не думай о плохом, все будет хорошо. Ох, ёлки-моталки, смотрите! Смотрите, голый мужик на лясопеде! Это финиш. Пока я его найду, весь город обо мне узнает. Блин, блинский!